У меня было день рождения 29 июля, спасибо больше, что ты есть меньше, чем ты. Эш, 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 эш. Я просто приветствую аудиторию Феромира. Я их поприветствовал, извините. Спасибо за рейд, спасибо. Ну, давай, давай, давай. Короче, давайте попробуем. Если будут лагать, вырубим трассировки всякие вот эти вот. Ну, мне пора комп обновлять. Кстати, скидывайте деньги, пожалуйста. Эш, эш, скиньте деньги, эш. Я скатился, денег нет, я нищий, эш, эш, дайте денег. Ссылка в чате на донат, эш. Маленький. Грегори не может выбраться из пицца Плекса. Только вы можете спасти его. Что за пицца Флекс? Же Грегори, это же главный герой основного сюжета. Бля, подлагивает. Или нормально? Потише надо. О, нормально. Никак не пойму. Что Грегори забыл в заброшенном месте? Или что она там говорит? А, что это? Может забраться туда? Да что так быстро? О, сука. Блять. Да. Ок. Ладно, идем тогда в другое место. Не надо читать сабы. Ок. Мне же лучше. А что тут все разрушено теперь? Е? Че тебя трусит? Год прошел. Да Грегори уже 20 раз, наверное, там обкакался и умер. Ой, бля, что-то темновато. Окей, а куда дальше-то? Карта есть? А, вот сюда. Грегори? Телевизор работает, чё? Я вам так скажу, знаете, в игре графика не то чтобы прям охуенная. Ну, сука. То, что она подлагивает немного, это, конечно, очень странно. Потому что здесь нет ничего выдающегося в графике, нет ничего особенного. Нет ничего крутого. Чтобы она вот так вот, типа, FPS жрало. Убери ты этот RTX, ты все равно... Так, не, я не хочу выбирать RTX. Привет, Иисус, это я... иди нахуй! Иди нахуй! Я знаю, так что не понимаю, что ты говоришь, но про мать было лишним писяк. Опа, как это жирная макака. Чего, блядь?
сука, блядь. О! Что это, палка упала? Тут вообще хоть что-то работает. Тут все поломано. А? Да ладно. Грегори? I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me! You won't let me go! You have to find me! Да ладно, живой Грегори. Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. Я помню, я там был. Че, мне прям сюда прыгать? Ой, ёб твою. Ну ладно. Что? Кто? Где? Когда? Ой, ебать. Так, ладно. Бойся! Главную героиню зовут Катя, и это не обсуждается, потому что так сказал великий ФНАФер 31. Понял тебя. Ай, блядь, доедалус, блядь! Нет. Господи, что за говно? Бля. Жесть. 6 кадров. Да потому что чуть-чуть подгружает иногда. Зато посмотрите, какое освещение, видали? РТХ. И нихуя не изменилось. Сейчас здесь тоже скример будет по-любому, да? 100%. Сейчас, скорее всего, я резко провалюсь. Так как типа все старое, вентиляция старая, я упаду. Вот смотри, видишь? Сори. Слишком даль. Так, тут что-то паутина. Сори. Сейчас. Или паук, или я упаду вниз. Ай, блядь! Вперед! Ой, бля. Не, ребят, не благодарите. I'm okay. Конечно, блядь, I'm okay. Я ж тебя предупредил, что ты вниз упадешь. Я не готовился, это просто примитивная хрень. Вы не забывайте, что я топ-хоррор-геймер in the world. Забыли? А я не забыл. Я все эти хорроры знаю наизусть. Все эти пугалки, эти примитивные, я знаю наперед. И понимаю, как это работает, ибо я эксперт в этой сфере. Ля, это я. Ай, да ебаться, сака! Вот тут я не ожидал, нахуй, заебало говно. Чика? Чика, блядь. You look awful. Так, надо мочу хлебнуть. Нормально, дверь сама по себе открывается, автоматическая. Привет. Ой. Там дверь? О, нет. Какой-то аниматроник там бегает. Был похож на Фредди, Мишка Фредди, по-моему. А может и не он. Может это робот был. Да, давай. Так, тут что? I think it's supposed to power the door. Ну да. A faz wrench. It's just like my dad's. Фаз ключ? И что мне с ним делать? Технического специалиста компании Фазбир. Ок. Toyota.
Ничего не маз ключ. Зарядите все проводники до необходимого уровня. Направьте маз ключ на проводник, чтобы зарядить его. Подожди, стой. Я так и думал. Фири Хоси Рил. Вы говорите, я английский не знаю. Видали, как могу? Ага, сейчас на меня что-то опять набросится. Да, блядь, нахуй! Ишь, блядь! А я это и думал. Я знал, что что-то здесь будет. Я ж говорю, я эти хорроры наизусть знаю. Алло, разработчик, старайся лучше. Оу. Вот здесь сейчас тоже будет. Тут прям FPS такой, ну, прям просел. Тут роботы, наверное, будут. Чего? О! Подожди. А тут можно лечь? Нет, нельзя. Получается, прохода нет. Получается, надо сюда? Ай, да ебать! Да. Да, куда мне понесло вообще? А, это Five Nights at Freddy, что ли? Да ладно. А я думаю, что за фигня? Думал, в Марио играю. Руин. Ух, ёп. Во, классно. Куда я ползу? Ну, вроде все правильно делаю, судя по звукам. По-моему, тут что-то было, не? Хиу! Блять! I, free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Блять, ладно. Он не дает мне уйти, я не могу. Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Ох, ёб твой. Не надо! Не надо. Маска выглядит совсем не очень. Я могу это надевать? Надеть маску охраны? Где-где? Комната охраны? Где-где? Ебать. Вас приветствует Ваня, виртуальный ассистент с новаторским нейросетевым интерфейсом. Господи. Обнаружен новый пользователь. Выполняется снаряжение затылочного транспондера. Сохранять спокойствие, больно не будет. О боже мой. Так, Ваня, я так уж и быть тебе доверюсь. И чё это такое, что это мне тут показывает? Ух ты, блядь. Ну что-то мне подсказывает, что Ваня наёбывает. Так, Вань. А! Действие запрещено в AR-режиме. Окей, я тебя услышал. А! Привет, реальный мир. Так, что?
К счастью, имплант-транспондер позволяет мне передавать данные по без проводной сети, даже когда ты не носишь маску. Еще одно потрясающее преимущество, доступное техническим специалистам класса V. Конечно же, тебе придется снова надеть маску, чтобы заняться настоящей работой. Это про какую работу еще один речь? Подожди. Я его просто вырубил? I swear that door was blocked. Какая дверь? О, подожди. А, так вот оно что. Я теперь могу в туалет и... Ай, блять, нахуй, ты чё, сука? Через стену я не вижу, да? Гриша, трипак, спасибо за рейд. Кто здесь? Я слышал кого-то. О! Майнкрафт? Понял тебя. Я кусок крипера сейчас забрал себе. Прикольно. Фух. А где все аниматроники? Ой, 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 что-то здесь чуть-чуть подлагивает. Это станция камеры наблюдения для технических специалистов компании Фазбер. К счастью, она уже установлена с ночным питания. О, ля, это змеюга из мультфильма советского, кстати. Это та самая, блядь. Ебать, змея. Не помню, как этот Гена. Нет, это не. Я понимаю, что здесь это вроде как крокодил, но лицо, морда похоже на змею, короче говоря, с обезьяной и слоном, по-моему. Там была обезьяна, потом змея, слон и попугай. Вот такая же морда. О, сейчас будет голос давить. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотел бы сказать, что лучший клипмейкер и стример — это Владимир Братишкин. Неправда. И как бы, ну, ребят, вы знаете, что делать. Поддержите своим лайком этого молодого таланта. Всем спасибо. Не надоел худюнь. Ебать, Мишка Фредди. Ага. Спасибо. Это что такое? Что, блядь? Да ёб твою мать, нахуй. А! Пар! Нет, блядь, дым. Окей, все, я понял, что это такое. Могу ли я отсюда ливнуть? А. В сети Вани можно увидеть беспроводные сигналы. Окей. Приносим извинения за беспорядок. Окей. Привет! А, то есть сюда, да? Ты уверен? Погнали.
Ой, ёб твою мать. Кто это? Кто здесь? Кто там такой злой? А вот и крокодил. А что если ты в стену маску снимешь, что будет? В стене оно не снимается. Тупо. Но иначе бы его тупо Блять. Расплющило бы его. Буба, это ты здесь бегаешь? Она просто такой шкуней занимается. Когда ты из комнаты выходишь, она резко такая... И убегает. Пугает тебя в итоге. Там какая-то странная дверь. А, вот она. А. Блять, что? I need your help. Gregory. Gregory. I can hear you. Yes. Turn off all security. Turn it all off. Ok. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Security knows? А ты меня, блядь, тебе говорят, что сделать, что ты, что это такое, блядь? Security nuts, тебе ж сказали. Че это, а че вы, блядь? Да нихуя. Не хочешь помогать своему братану, так не помогай. Ёб твою. Подожди, я что-то не понял. Мне показывает, что вот оттуда идет электричество. Бойся! А, вот же, господи. Ебать, ребята, чё, кашу забанили, что ли? Блять. Ёб твою мать. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы передать привет Игорю Глинку. Да. И непосредственно Точке и всем остальным с чата Банана. Кого? Поэтому всем привет. Это чё за херня? Сначала откр... Так, надо отключить дочь. Какого? Ты дочь? Блядь, где дочь? Ты? Так, я опять кусок крипера забрал себе. Подожди, я что-то не понял. Какой узел? Где он? На полу провод. Серьезно? А, подожди. Это че? Серьезно, блядь, бочка? Господи, пиздец. Что за говно? Ой, здесь надо много думать. Я уже просто 8-й час стримлю, и вы знаете, ну это так не просто. Соедини совпадающие голограммы. Следи за тем, чтобы линии не пересекались. О, так. Ты же меня не задавишь? Нормально, дело сделано. Так. Все легко вообще, ребят, изи. Проще пареной репы.
Ага. Опа, вот давайте в кишку залезем. Бля, а у вас в кишках ведь так то же самое, если в них залезть, там такой же мусор, блядь, лежит, там пакет какой-то с мусором, не знаю. Вы же всякую бяку жрете, да? Вот такое там вот говно будет. Чё? Кто? Осуждаю, донат. Ничего не понял, но что-то там было. Чё он сказал? Ну вот вы всякие газировки там употребляете. Вот, вот так вот ваш кишечник и выглядит. Помойка. Если вы вдруг вот гадость всякую жрете. Тревога! Бабу... Так, в сети Вани обнаружена аномальная сущность. Попроси эту сущность срочно покинуть... Бля... Если это не сработает, выйди из режима и обратись на нашу круглосуточную линию поддержки. Увага, где? Ты... Чё? А, это мы просто смотрим и все, да? Блять! 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 Ёб твою мать! Ой, блять! Блять! Блять, он идет сюда! Он приближается! Он приближается! Он, блять! Иди нахуй! Нахуй. Да в смысле взломала? Чё мне нахуй делать-то надо? Иди нахуй. Мне сказали идти, типа, чтоб ты съебался. Ой, блядь, какая-то хуета ползёт. Ёб твою мать. А чё за говно? Блядь, где? Ёб твою мать! Чё? Я ж нихуя даже не сделал, оно меня... Оно ж меня не догнало! Снимай маску. Да там темно становится, если маску снять, страшно. Блять. Йокаичан, спасибо за очередной рейд, спасибо. Подождите. Спасибо. А сейчас никого нет. Так, пока никого нет. Тихо. Я непосредственно осуждаю. Да заебал, блядь! Прошлого донатера, потому да что все я похуй. Хотя бы... Я давлю голос. Да я похуй! Запрет, да блядь! Иди моих, ты нахуй! Господи! В сообщениях нет ничего плохого, только если я не пи... Нет, ты именно он. И что мне теперь делать-то, блядь? Я из-за донатера не смог нормально это... Ну, пиздец. Ладно, я встану в угол и надену маску. Достаточно просто снять маску? Да... Ой, бля. Я слышу. Оно здесь! Ёб твою мать.
Даже когда я уже делал вот эти вот головоломки, кроссворды, они все равно меня могут убить. А где? Ты клюшка, блядь. То есть тут проводником может быть просто любой предмет. Ладно. Еще? Что ты нахуй здесь делаешь? Что ты? Кто ты? Иди нахуй. А! Бля, ты чё, Феромир, что ли? Господи, за мной Феромир ползет, помогите. Да нет у меня денег, не дам я тебе ничего, отстань. Лёх хрюкнул. Блядь! Да иди отсюда! Я вообще правильно иду, нет? Просто у меня такое ощущение, что я как будто бы там что-то не доделал и зачем-то иду обратно. Но обратно-то я иду, потому что меня преследует Феромир. О, не, я все сделал, дверь открыта. Зачем его отключаю? Ну ладно. Блять! Да ёбаный... Да ладно. Так, а если я в этот VR... Она... Тихо. Классно, что у каждого ребенка свой аниматроник. Григори, Фредди, УГГ в этой части Рокси. Окей. Держи в курсе. Бля, а как в этой игре сохраняться? Сними нахрен эту залупу. Или оно просто автоматически сохраняется и все. Я просто помню... В оригинале там висели аппараты, и там можно было сохраниться. Автоматом. У меня нет автомата. У меня нет авто... Да ты же ничего не сделаешь, господи, чел. Понятно. Фу, бля. Опа. Ля, сколько шариков. Ну, давай. Так, надо подумать. А, ну здесь легко. Долбоёб. Долбоёб. Здесь нелегко, подождите, я понял. Я понял, как надо делать. Я же говорю, легко. О! Фу.
Окей. Ох ты ж, блядь, опять. Ой-ой-ой. Я так и думал. Он прям надо мной стоял. Да ладно. Ну, блядь, что, серьезно? А, нет, все-таки он не смог. А, вот. Пиздец. Эйш. Так, здесь надо думать. О. Ну, я так и думал. Я вот подумал, и я так и думал. Так, быстрее, второй провод где? Эш? Ой, эш! Быстрее! Давай! Нормально, живем. А как? Да блять! Бойся! Не, ну это полный ищущий. Сто 10! Респект, спасибо. Так, что тут подлагивает? No, it's a dead end. А? Пук? Кто пукает? Станция отключена, я однако нужен. Чего, блядь? Аномалия? Вот это аномалия? Чего, блядь? А? No way. No way, this is real. No way, что? That screen was there before I looked at the camera. Чё? I swear. Всё как-то совершенно нормально, тебе, наверное, мерещится. I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Кто, говнюк? Ой, блядь. Ой-ой-ой. Так, куда? Я чё, блядь, в тупике? А, вот. А, нет. А что? А кто? Что? Блядь. А, ну да. Я эту игру сейчас вообще за 5 минут пройду. Ой, бля, я был в этой локации.
Бля, я помню даже, кто здесь был. Это трэш. Я очень долго... Очень... Подожди, не пон. Ха! Здесь нельзя? Нет! Это говно, оно что, живое? Бля... О, база. Ай, блядь! Чё? Ой, она боится света. Clean up. Так, clean up, ты ушел? Clean up-ыч. Светыч. О. Солнце, бля. Давай в глаз ему воткни свою эту хрень. You want me to reboot you? With this? Включи свет, включи свет, запусти генераторы. Ты добрый? Похоже, что воспитатель детского сада неисправен. Яркий свет дезориентирует его. Включи генератор, и, возможно, у тебя появится шанс перезагрузить его систему, когда все генераторы будут запущены, используй. Ох, бля. Бля. Подожди. Что? Так, стопе, еск, выйти нахуй. Ну видите, если маску снять, то эта хуйня не работает. Сними маску, дебила, блять. Да чего, блядь? Бля, я ненавижу локации, столько проходов, входов, выходов, заходов. Ох. Да ё-моё. Да? Да ёб твою! Сюда? Где это у медведя-то, сука, открыл, а? Он еще не ушел, ты рано снял, в смысле? Ой, блядь, маска не снимается теперь. Да солнце, подожди! Не ной. О! Ты чего? Куда я...
Бля, он что, сюда идет? Бля, мне кажется, он недоволен чем-то. Бля. А вон генератор наверху. Ау. Тихо. Чё, блядь? Иди. Амма. О, блядь. Ты, блядь, реально не можешь пролезть. Опять надо эту херню обнаружить. А-а-а. Понял тебя. Да, 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 я понял. Хи! Подожди. Сколько, сколько? 8 часов стрима? О, бля, иди на. Ой-ой-ой. Да не бубни. Отлично. 2 часа осталось, ребят. Надо еще успеть Штефанова посмотреть, не забывайте. Можем эту локацию доиграть и на Штефанова переключиться. Подожди, что мне вниз? Отстань. Блять, я застрял. Ёбаный нахуй. Да я застрял! Я застрял! I'm stuck! Какой гол вам стак? Бойся! Здорово, Кексис. Охуенно, теперь я еще и прыгать не могу. Охуенно, блядь. Пиздец, меня вообще зажало в этой жопе, блядь. Это пиздец! Так не должно быть, это несправедливо. Какой же ты тут? А я здесь при чем? Я игру разрабатывал, что ли, блядь? А я здесь, убей меня. Да убей меня, ты видишь, я застрял. Не надо надо мной издеваться. Убей меня. Я застрял. Ну кончи уже. А что ты смотришь, что убей меня? Я уже понял. Где Штеф? Давай. Давай. Ну кончай гавкать уже. Собака. Вот именно, что ты собака. Добро.
Так. Чё, блядь? Это прямо отсюда теперь? Ёб твою мать. Сейчас, ребят, я хочу пройти эту локацию. Я хочу эту локацию пройти. Можно во FNAF играть те, кто хотел, чтобы фановы ушли. Кстати, а вдруг? Может и правда уже и нет смысла. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ой. Спасибо за 1111, Генрих. Зашибись, спустя 18 часов нам дали свет. Я уже поспать успел, так что считай, Кес, что примерно 8 часов стрима твоего я проспал. Сас семку. О-о-о. Понял тебя. Так. А, опять оповелся на эту херню. Ну ты пропустил много интересного. Хм. Нет, чё, охуел? Ты перепроходишь Security Breach? Нет, это DLC новое. Да, не верится, уже 8 часов, оказывается, простримил, офигеть. Как-то очень быстро время пролетело. Казалось, недавно только стрим подрулил, Бойся! Рассвет наступает, чтобы вернуть нам все, что забрала темнота. А? Чё, блядь? Чё ты... И все, здесь ничего нет? Она не... Да не хрюкай. Ням-ням. Ам-ням. Мне. Да бля. Мне. Мне. Подожди, я не понял, что-то нихера. А, мне. Так, сейчас главное не застрять.
Ам-ням. А сколько таких генераторов надо активировать? Собака, блядь. Три. Ну, два уже сделано. Да, стак был в прошлый раз. Алло, а перевод будет? Так, блядь. А сюда не надо? Ой. Бля! Упс. Охуенно. Ну, ок. А что теперь делать-то? Сюда опять подниматься заново. Воткни ему сзади ключ. Да все, уже поздно, опять заново, блядь. Кто ж знал? Я думал, он опасный, его нельзя трогать. Пизда. Ну и разработчик ублюдок ебаный, конечно. Специально вот такую херню сделал, чтобы люди байтились на эту залупу. А, да? Подожди, я запутался. Оттуда я сюда пришел. Или подожди, ну да, или... Блядь! Бойся! Давай, Штефанова, еще. Я что-то нихуя не понимаю. Опять я вниз прыгнул. Да что за хрень вообще, блядь? Правильно? Пиздец. Окей. Щищ. О!
Не зря возвращались. Все-таки не зря. Все-таки не зря. Так. 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 Блять, эти лабиринты. Куда, 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 сюда, туда, туда, сюда, сюда, сюда. Да тут же нет нихуя. Господи, блин. Мне. И что мне с ним делать? Борьбы? Не надо со мной борьбу. Happy birthday! О, спасибо. И все? Пожалуйста. О, не, я к нему лучше подходить не буду. Тут, оказывается, есть добрые аниматроники. Да я думал, тут меня все пытаются сожрать и убить. Они же не проснутся, правильно? Они же просто спят, все, они никогда не оживут. Вот эти роботы, они на самом деле самые стрёмные. Это те, от которых, по-моему, то ли нельзя отворачиваться, то ли на них нельзя смотреть. Отворачиваться нельзя. Ой, это что такое? Ой, блядь. А, идем обратно, да? Угу. А, да? Угу. Это ё-моё. Ой, щи. А чё ты встал? Долбоёб, блядь. Чё ты нахуй встал? Ой, бля. Блять! Все, пизда.
Ну все, ГГ нахуй. Он меня не отпустит. Signals. If it's anything like Montegolf, it must lead to whatever's locking the theater. А я ебал, блядь! Они вдвоем появились, активировались уже. Вдвоем! Ой. Семь с половиной, ебать. Не, ну было-то 11 тысяч. Даже 12, даже до 13 почти доходило. Если бы мы пораньше Штефанова включили, то да, было бы примерно те же самые 11 тысяч и смотрели бы. Но теперь уже нет. Ладно, ладно, в принципе, если прям так хотите, ты обещал, можем, конечно, пойти посмотреть.